Врач говорит пациенту: «Голубчик, вы знаете, что антибиотики плохо сочетаются с алкоголем?» «Да, доктор, знаю. Так вот, сегодня никаких антибиотиков. Отдохните по-человечески». Один приятель спрашивает у другого: «Ну и как она тебе?» «Да нормальная баба, только у нее муж есть». «А, у нормальных всегда такая фигня». Один приятель спрашивает у другого: «Серег, вот что для тебя самое главное в сексе?» «Самое главное, чтоб не меня». Едет кавказец по дороге, видит, в кустах пышногрудая блондинка загорает. Выпрыгнул из машины и на нее. Вдруг из кустов второй выбегает: «Ты что, это моя жена?» «Прости, брат, не знал, думал дикая». Вовочка не разговаривал до 5 лет и вдруг за завтраком говорит: «А почему мне в чай сахар не положили?» Обрадованные родители: «А что же ты раньше-то молчал?» «А раньше клали». Зять с тещей едут в автобусе. Напротив сидит молодая девушка с раздвинутыми ногами. Зять сидит и смотрит туда. «Зятек, ты совсем охренел? Прямо при мне с этой девки глаз не сводишь». «Светлана Николаевна, вот удивляюсь, какая она по сравнению с вашей дочкой страшная». «А слюни чего текут?» «От ужаса».